Здравствуйте, друзья! Хочу вам показать обалденную квартиру. Это прихожая, шкафы, все встроено. Через месяц сдача этого дома, то есть до ума доведут полностью двери, перегородки, все будет. Я вам хочу показать просто планировку, его вид. Это у нас зал, гостиная, да? Она отдельная, здесь кухня отдельная. Видите, какой шикарный вид зала? И из зала можно пройти на террасу. Прямо с коридора получается это кухня. Кухонная комната. Она обалденная. Из кухни тоже есть выход на террасу. Вот терраса. Терраса она совсем не маленькая. Вот такие вот обалденный вид. Рядом больших домов нету, высоток. Ваши окна, никакой дом не перегораживает. Вот она кухня. Также здесь три санузла. Это турецкий Алатурка. Пройдемте по коридору дальше. Здесь второй санузел будет. Душевая комната, унитаз. Здесь детская спальня. И за детским спальням это родительская спальня. Это пожарная лестница там, пожарный выход. Можно использовать в качестве гардеробной. Здесь третий санузел, прям спальный. И в спальне также есть балкон. Школа в 30 метрах от самого дома. Под комби. Котлы. Вот такой вот вид с одной стороны. Окна смотрят в три стороны. И вот такой вид с другой стороны.